Я человек-паук. Я представляю вам. Вот так вот. Короче, я пока не с Алиэкспресса не придет новый, я буду вот такой маской ходить. Паука. Я ее в 15-м или в 14-м году купил. Недавно. И скоро придет мой чехол, а так я пока человек-паук наполовину. Да. Итак, всем привет, вы на канале Глеб Акула. Поскольку я очень большой поклонник Человека-паука, я не мог затронуть эту тему. Сегодня я хочу вам обозреть обычную маску Человека-паука. Да, она, конечно, ничем не отличается. Здесь вот немножко склею. Но зато можно ее обозреть. Ну что, на первый взгляд. Человек-паук. Вот. Но только наполовину. Потому что это не Китай. Чтобы на Алиэкспрессе заказывать такую. Короче, что мы видим? Сначала мы видим вот эти отверстия для глаз. То есть это, если в Китае там будет такая сеточка, здесь просто можно все отлично видеть. Также здесь есть три отверстия для носа. Да, чтобы дышать тут. И, кстати, мы можем видеть вот такие полоски, которые углубляются, а на рентгеновом костюме они будут выходить. Но все же не суть. Здесь мы также видим два крепления вот такие для этих. Здесь, кстати, вот это вот пободрано, это просто я так с ней игрался, она чехот. И вот здесь такие черные штучки белые на глазах. Сейчас перевернем, посмотрим, что сзади. Ну, сзади здесь ничего такого интересного нет, кроме как выставлены. То есть глаза идут вовнутрь. Есть вот такое отверстие, чтобы был виден нос. То есть как настоящая маска. Здесь есть вот такая толстая резинка, и с помощью ее можно не больно надеть. То есть резинка была очень тонкая, это было бы больно надевать. Так, не больно. Кстати, сейчас расскажу по размеру. Ну, по размеру могут одевать как взрослые, так и дети. Ну, я надел маленьким, когда ему не было 5-4 года, мне подошло. Потом мама моя одела, ей тоже подошло. И мне сейчас подходит. Так что она подходит ко всем размерам. Вот. Ну, это, пожалуй, все. Я надеюсь, вам этот ролик понравился. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.